Ούφε βροσί. Νίδια. Παραδοξότατα. Я слышал, что на море крупная смерть. Я пока на корабле. Убирайся! И почему мне трудно в это поверить? Я убил тебя!
Теперь заберу приз. Удалось ее убить. Она тебя не потревожит. Славная работа. Это тебе, друг мой. Сойдет. Thank you.
Лишь бы не заметили. Даже не думай об этом! Ну!
Oh!
Встреча с Аидом! Малака, сейчас потушить огонь! Yeah!
Вот это место. Пора сжигать груз. Выпусти! Эй! Прошу! Сюда! Я не упущу эту возможность! Готово. Беги. Thank you.
Стойте! Важен в бою, как все спартанцы. В этом мы похожи. Я видел, что внутри были люди. На складе сейчас никого. Людей я убил. Хороший солдат выполняет приказы. Идеальный знает, что делать. Спасибо. Я Алексиус. Скажи, кому мне сказать спасибо? Я Брасит из Спарты. Ты недавно в Коринфе. Тоже лазутчик? Излюбленная тактика спартанцев? А, куда без нее? Похоже, в Коринфе иначе никак. Гетеры Антусы следуют за мной повсюду. А, Антуса. Мы не сошлись, но враг у нас один. Делец? Мы не можем договориться, как именно его убить. Из партии делец успел насолить. Что ты о нем знаешь? Его оружие разит издали. Коринф теперь един со Спартой. Наш долг защитить их. Тогда объедини усилия с Антусой. Она хочет убить дельца у всех на виду. Спарта хочет действовать тихо. Не расскажешь подробней? Сейчас делец правит Коринфом. Я хочу сместить его, избежав бойни. Сместить его можно, лишь убив. Все просто. Да, дипломатия не его метод. Честно говоря, не удивлен. Мы схватили его людей, вооружили горожан, настроили полис против него. Но ничего не вышло. Осталось лишь одно. Быстрый удар клинка. Подойдет. Заманим дельца в священную пещеру и покончим с ним. Когда я покину Коринфию, делец будет мертв. Коль так, Спарта будет у тебя в долгу. И я был спартанцем. Был? Пока меня не обрекли на смерть и не сбросили со скалы. Так ты сын полководца Николаоса? Вся Спарта знает твое имя. И вот ты тут, живой. Немыслимо. Я выжил и рос один, пока в Спарте жизнь шла своим чередом. Не держи на нас зла. Коль в тебе есть благородство, прощай, и будешь прощен. Я ищу свою мать, Мирин, и помочь мне может лишь Антуса. Да, Мирин. Ты знал Николауса? Славный полководец, упрямый спартанец. Награжденный за преданность. Но он исчез. Тело так и не нашли. Его сочли погибшим.
Что поделать? Я не видел его с малых лет. Скажи, а ты ничего не знаешь о Мирин? Я знаю, что с такой трагедией не справиться в одиночку. В ту ночь она покинула Спарту. Но Мирин не забыли. Хотя она этого хотела. Пути назад нет. Потерявшие путь всегда могут вернуться. И боги решили, что ты поможешь в этом. Облегчить задачи не могли? Мужайся, спартанец. Легко не будет. Прощай, Брасит. Мы встретимся. Я на твоей стороне. Будь отважен. Надеюсь, меня еще не заметили. Видно, план сработал. Делец подослал головорезов. Слышала. И еще слышала, что у них ничего не вышло. Это не первый мой бой в Коринфе. И не последний. Мы разделаемся с дельцом в театре. Эту драму Коринф не забудет никогда. Брасит беспокоится, что смерть дельца может привести к беспорядкам. Он хочет убить его без шума. Он далековато от Спарты. В Коринфе мы будем действовать так, как принято у нас. Я поддерживаю Брасида. Убьем дельца в священной пещере. Уговор был другой. От дельца необходимо избавиться.
и он умрет вдали от любопытных глаз. Простая сделка, помнишь? Пусть будет так. Встретимся в священной пещере. Лучшие цены в округе. До новых встреч. Так это ты, полубог зловонных улиц Каринфа, режешь моих людей
помогаешь этим грязным тварям. Ну да. Ха, надменен, как и твоя мать. Ты не подчинишь себе, Каринф. О, подчиню, не сомневайся. Убери свои... И когда это случится, я отправлю твою голову культу как доказательство. Что? Ты знаешь? О, да. Я знаю твою мать. От нее были одни беды. Но я отплачу. Покончу с тобой и принесу этой дряни твою отрубленную голову! Жаль, Деймос этого не увидит. Скорее я заберу твою. Прочь из моего города. Он уже не твой. Прочь с моих улиц! Жаль, не увижу, как Деймос сломает тебе шею. Ха, насмешил. Стой! Нет! Люди Каринфа должны увидеть его смерть!
Антуса! Его обязательно нужно отвезти в театр! Пусть все увидят его трусость! Нет! Нужна его жизнь? Получи. Но никто не увидит, как он истекает кровью. Никто не услышит его криков. Он мертв. Дело сделано. Твой ход. Да, ты прав. Он мертв. Отнесите тело на площадь. Пусть люди взглянут на него в последний раз. Ну что ж, Алексиос, я у тебя в долгу. Мы поговорим о твоей матери, но не здесь. Не знаю, как тебя благодарить. И хоть раз будет за что сказать спасибо Алкивиаду. Ведь это он тебя прислал. Он умнее, чем кажется. Он знал, что ты сможешь спасти Каринф. Ты ведь знаешь, что у меня свой интерес. Поговорим. Да, Мерин. Она недолго пробыла в Каринфии, но успела восхитить меня, словно буря. Я хорошо помню это в ней. Сильная, одухотворенная женщина. Она хотела найти свое место в Каринфе, но не смогла. Ты тепло говоришь о ней. Вы дружили? Да, пожалуй. Но внутри она прятала боль, о которой не знал никто. Как вы познакомились? В ту ночь шел проливной дождь. Она спала на улице, я дала ей кров. Она скиталась? Интересно, что сказал бы отец? Я мало знала о ней. Только то, что она покинула место, где ее жизнь рухнула. Спарту. А работа? Не знаю. Знаю лишь, что она хотела уплыть. Она могла остаться с нами. Но, похоже, искала что-то еще. Она говорила о прошлом. О муже, семье. Нет. Воспоминания причиняли ей боль. Словно она лишилась части себя. Куда она направилась? Этого я не знаю. Она могла намекнуть. Думаю, она сама не знала. Зато я знаю, что она выиграла корабль в кости. Хоть в чем-то Тюхи ей помогла. Помню название корабля. Песнь сирены. Песнь сирены. Он славился тем, что выдержал все испытания Посейдона. Спасибо, Антуса. Да хранят тебя боги, Алексиос. Заходи в любое время. Расскажу, как идут дела в Каринфе. Похоже, нас ждет много интересного. И меня. Песнь сирены. Надо найти кого-то, кто знает этот корабль. Это поможет в поисках. У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афины, Каспасии. Thank you.
Thank you.